Капец, смотри, у меня ног нет. Сейчас я где-то сяду и буду отыгрывать безногого. Подайте бедному безногому. Что такое? Монетку мне безногому. Ветерану. Ветерану? Ну, ног нет, наверное, ветеран. Знаете, один цент, да? Дай бог вам здоровья, чтобы... себе. Счастья вам, девушка! Куда сбежала ты? Сейчас я догоню. Здравствуйте! Вижу, у вас неплохой улов, целый олень. Меня зовут Дюк Полман, мистер, а вас как? Меня зовут Билли Боб. Для друзей просто Билли Боб. Сколько вам лет? Мне 32 года, а вам? Не помню. Не помните свой возраст? Помню. И сколько же? Не помню. Пойдемте, набьем друг другу ебало. Я согласен. Погнали. Получай! Нет! Ладно, пошли в аптеку. Билли Боб, да, или как? Билли Боб, да, для друзей просто Билли Боб. Что вы последнее помните? Я помню, что мчался вдоль болот. А вы не видели скунсиков с маленькими револьверами? Извините, дамочка, но я не принимаю алкоголь уже долгие месяцы. Она грибов поела, не обращай внимания. Кто дал женщине право говорить? Доктор, спасибо вам большое еще раз. О, вы живы, мистер? Здравствуйте, вы кто? Я вас сюда принес. Вы же мистер Билли Боб. Откуда вы знаете мое имя? Вы же мне его сказали. Серьезно? Ничего не помню. Ну ладно, давайте пройдем тогда с вами. Я не знаю вас, зачем мне с вами идти? Ну как это? Мы же с вами познакомились. Но я вас не помню. Меня зовут Дюк Полман, а вы мистер Билли Боб. Ну откуда вы знаете мое имя? Ну вы же мне сами его назвали. Я этого не помню. Ладно. Как вас зовут? Билли Боб. Для друзей просто Билли Боб. Билли Боб. Да, это мое имя. Откуда вы его узнали? Как вы тут оказались, вы говорите? Я не рассказываю эту информацию незнакомцам. Мы же с вами знакомы. Хотите, я открою вам секрет? Это я набил вам ебало. Что? Этого не могло случиться. Такой чахлый лох, как вы, не мог бы набить мне ебало. Нет, 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 нет! Заметно лучше, доктор. Спасибо вам. Ну, а теперь операция. Вы получили счет на сумму. А какие сроки на то, чтобы оплатить это? Сроков нет, но вы оплатите, пожалуйста. Иначе вас могут преследовать, понимаете, по закону. Я понимаю. Вы не одолжите мне $3, чтобы оплатить сразу все. Очень интересная просьба. У меня затруднительная ситуация финансовая. О, благодарю. Пойду куплю пиво. Спасибо вам, доктор. О, Билли Боб, пойдем. Вы кто? Я знаю, как я заработаю первый свой капитал. Будьте одолжу деньги и не возвращать их. Нет, я набью вам ебало в переулке. Интересный план. Вы чего? На стул забрались. Билли Боб. Я касаюсь пениса вашего рта, Билли Боб. Вставай, алкаш. Ой, кажется, он не дышит. Сейчас я... Давай, пенчуга. Вы не против, я перекушу? Грибочек съем. Грибочек? Блядь. Эй, черная, сходи, говно убери мое. Так, это ты вот это в рубахе мчишься? Ой, ты не найдется. Чего? Тупой, блядь. Ты хозяин, не делай больно мне. Тупой черный. Хозяин. Что происходит, джентльмены? Помогите ему, я его вырубил. Вставайте, хозяин. Погнал вас. Хорошая игра. Какая игра? На, в яйца. Сэр, ну вы сейчас получите. Помогите, этот мужчина преследует меня. Так он же называет вас хозяином. Я не знаю, кто это. Я его раб. Я не знаю, кто вы. Перестаньте меня преследовать. Я ваш раб. Можете поехать со мной и рассказать все шерифу. Подвезите, пожалуйста. Я же вас догоню. Стойте, хозяин. Буду бежать столько, сколько понадобится. Ты что, сдох там, что ли? Меня твоя кобыла легнула, сука, въебала. Сдается мне, денег у вас нет. Сдается мне, пошел. Вы слишком грубы для человека, который огребает от лошади. А мы знали, что жевать при разговоре невежливо. Ну, конечно же, знал. Это относится к человекам. Не понял. Я не сомневаюсь. Боже, что нахуй с тобой переломанным? Скользко-то здесь как? Боже, у тебя голова вообще нахуй.
Я же купил себе лошадь, да? Смотри. Она сдохла. Форил? Да. Я пошел пешком, блядь. Назовите число, сэр. 328. Откуда ты знаешь такие сложные числа? Мне мама учила считать от 1 до 325. На каком остановился? 2. Кем была ваша мать? Чернокожей женщиной. У нее титьки до пола свисали. И она иногда на них подскальзывалась. Она ходила на четвереньках? Скорее уж, как таракан. Вы шутили. Чего? Или, ребята, это моя мать вообще, да. О, времена у нрава, как говорится. Могу отсосать вам прям за этим углом. Нет, давайте без этого. Я настаиваю. Ого, 20 баксов. Спасибо вам, сэр. Меня ждет веселый вечер сегодня. Быстрый вечер кончился. Что ты делаешь? Сейчас убьешь нас. Нет, я теряю управление. Бля! Только не говори, что ты погиб! Нет! Нет! Это Билли Боб? Это я, Билли Боб. Вот снова наш пассажир. Это ваш... Нет, это не мой раб, я понял, о чем вы хотели спросить. Я хотел сказать друг. Я более чем уверен, вы хотели сказать раб. Вы сможете оплатить счет? Сколько он стоит? $5. $5? Это грабеж. А что насчет натуры? Сразу не нравится. Я не могу за тебя оплатить ничего. Сможете. Ну, технически могу, но очень не хочу. Да он каждый раз со мной расплачивается натурой. Я уже устал от его члена, у меня в жопе. Я, пожалуй, пойду. Утречка. И вам. Они за нами бегут, что? Серьезно? Мистер, а кто будет? Что, простите? Вы в догонялки играете. А вы хотите в догонялки? Вы так бежите, как будто играете, мы тоже хотим. Давайте на счет 3 того, кого догоню, изнасилую. Побежал за мальчиком. Господи, он же изнасилует, бежим! А, нет, боже! Он меня уже раздевает! Помогите, дети! Ау! Вы готовы, сэр, к невероятным удовольствиям? Да я оплачу твой счет у врача! Я приступаю к облизыванию вашего ануса, сэр. Вон они подглядывают, подсматривают в углу. Я начну с ваших сладких ножек. О, сэр, это было бесподобно. Знаешь, как мне больно лежать на этих ступеньках? Заткнитесь, нахуй. Билли Боб. Вы даже не поверите, кто... Что, мистер Билли Боб? Это он. Именно он. Мы просто решили быстро совокупиться в ближайшей подворотне, он потерял сознание от экстаза. Господи. Теперь понимаю, что у него нехватка крови в мозгу. У меня нехватка семени. Так, давайте вы за дверочек. Подождите. О, боги. Здравствуйте, Билли Боб. Идемте, сядем. А можно я постою, мне сидеть тяжело? Господи. Ну, можете прилечь. Билли Боб, уезжайте, Валентайн, я вас очень прошу. У вас есть обезболивающее какое-нибудь? Ну как дела? Так, только стоп. Уберите его от меня! За дверь. Ау-ау-ау. Вас еще не трогать. Что вы кричите? Мне просто вспомнилось, каково это было в переулке. Я хотел бы вам дать совет. Не ходите в те места, где вы... были изнасилованы. У него преимущество, его хрен разглядишь в темноте. Как ты? Кажется, мистер Блэк пришел. Пожалуйста, не говорите, что я здесь. Кажется, он пытается ворваться в дверь. Я вас вижу. Дайте мой сладкий подарочек уже. Мне кажется, он ушел. Как он ушел? Здесь одна дверь. Через заднюю дверь. Мне кажется, мистер Блэк знает только про одну заднюю дверь. Билли Боб. Этот проход для меня всегда. Свой проход еще и проход. Нет, кажется, я вижу его в окне. Прикройте штор. Здесь нет штор. Кажется, он пошел предпринимать какие-то действия. Нет, он долбится в дверь. Я знаю, я его видел там. Отстань от меня! Тебя там уже все залечили? Отстань! Наверное, весь тугой, новенький такой весь. Отстань! Это у тебя я как следует. Отъебись! А потом мы стали дружить всю жизнь. Блять, лови черного, он педофил, блять. Ловлю, где он? Сука! Опа! Я придушил его! Итак, господа, прошу внимания, последнее слово Дайрона Блэка, осужденного на повешение за нападение на шерифа города Роудс. Моя мать однажды мне сказала, никогда не делай такие того, чего не хочешь, но то, что я сделал, это то, чего я хотел. Иди ты нахуй, живешь. Блядь. Итак, господа, если есть желающие плюнуть в этого человека... О, это я в первых рядах. Могу я бросить в него камень? Нет. Пожалуйста.
Какой кошмар! Тебе голову взорвали? Да. Пойдем, друг мой, я тебя подлатаю. Давай к врачу тебя приволочу такого. Не, ну это будет смешно очень, я думаю. Охуеть, как смешно. Вот она смехота от этой. Они даже не подозревают, как сейчас будут смеяться. О, доктор! Доктор, это вы! Боже, я вас ждал! Нет, что случилось? Мне нужна ваша помощь, доктор! Вот мой друг, он чихнул с открытыми глазами, ему поплохело. Вы можете с этим помочь, доктор? Господи, Билл, я увольняюсь. У него очень слабый пульс, либо я не могу его нащупать. Ваша ассистентка, кажется, сознание я потеряла. Я не верю. Вот же он, смотрите, как улыбается. Я вам говорю, он умер. Докажи. Ложись, ложись. Все, 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 не брыкайся, ты долбоёб. Ладно, полежу. Идемте со мной. Что вы делаете? Изучаю испанский. На запах это была латынь. Да-да-да-да-да. Вот здесь гробовщик работает. Здравствуйте. Тут мистер пришел. А он понимает, что разговаривает с дверью. Здравствуй, дверь. Еще раз я увижу тебя в этой аптеке. Ну куда мне обращаться? Я житель этого города. Есть валентайн, пожалуйста. Ну, дай денег. Открывай, сука, Новый год, блин. Билли, мать твою, Боб. Вам не больно? Может, вам доктор? Я сама тут. А на самом деле, что у вас там произошло? Где? Я же не твоего друга. Чего? А что случилось? Его повесили? В смысле? Ведь видела тебя, ты еще кричал, что хочешь кинуть в него. Вам привиделось. Почудилось, да? Билли, откуда ты такой взялся вообще? Из Оклахомы. Можешь поехать туда обратно? Ну да, могу, дай денег. Вставай, беги, друг. Я знал, что я помогу тебе, беги. Гудейн с головой, Саня. Гудейн, друг. Я надеюсь, я нахуй сейчас не погибну.